Время скоротечно. И, к сожалению, подходит к завершению нами долгожданный прекрасный месяц Рамадан. И наступает один из величайших праздников мусульман – Айд-эль-Фитр. Я искренне поздравляю всех мусульман Украины и всего мира от своего имени и от Ассоциации мусульман Украины с этим прекрасным и великим праздником. Праздник, который символизирует благодарность Всевышнему Аллаху, а также щедрость к нуждающимся и беднякам. Радуйтесь этому празднику вместе с вашими семьями, детьми, родственниками и друзьями. Пусть Всевышний Аллах примет все наши благие деяния, совершенные в месяц Рамадан, и дарует нам счастье в обоих мирах. Зи святому Рамадану, ораза байрам нас хайрлолсан, айдукум мубарак, такаббаль Аллаху минна ва минкум.